Исен мусыз эфирда яңалықлар шығарылышы студияда Лилия Гатина олға таба қойбір темалар турында қысқаша. Шол автомеханика техникумында капиталь ремонт үткәрілі бинадан инде өзгәрішлер күтілі. Сабан той бейремен узыру күнәрі белгіленден Қазанда һәм Йор шолы да олар қошын узашақ. 2023 жылда үстеме кірімнер хисабына олынған бюджет ақшаларының қолған үлішін бүлділерім жолда шәһәр советінің 32-ші отырышы ұзды. Онда ақшаның бір үлішін террорлыққа қарсы, янғынға қарсы шаралар өткеруге, ритуал автобустар сатып алуға харбилердің балалары үшін бушлай тоқлануға юнелтірге қарар етілі. Толырақ алдағы минутларда сөйлерміз. Шахар советы утырышы борышында депутатлар 2023 жылда үстеме кірімнер хисабына олынған бюджет оқшаларының қолған үлішін бүлділер. Мәселен, харбилерінің күболалы ғойлелердегі болылар овызы білен овыршы болылар үшін бұшлай тұқлануға 60 миллион сумнан ортақ оқшаты тұлашақ. На приобретение технологического оборудования для столовых образовательных организаций 15 миллионов рублей. На поставку автоматической станции дозирования и контроля системы водоподготовки бассейна для спортивной школы «Дельфин» 4 миллиона 901 тысячи рублей. На приобретение музыкальных инструментов для учреждений культуры 12 миллионов 783 тысячи рублей. Мэр белгілеп өткенше 2023 жылғы иқтисад 2022 жыл белән чагыштырганда үсеш көрсәткән. Наша с вами задача поддерживать дальше всеми вот доступными нам средствами и наращивать налоговую базу. Доп. Доходы как раз нужны для того, чтобы их на социально значимые нужды тратить. На нужды города. Шулай ғор коммунхоз һәм мәдәният һәм йол паркы предприятиеләренең милек формасын үзгәртүе билгеле булды. Үзгәрешләрдән соң алар акционерлык җәмгыяте булачак. В соответствии с положением о порядке приватизации муниципального имущества города Набережной Челны от 25 августа 2011 года номер 13/11 предлагаем внести изменения в прогнозный план приватизации муниципальной собственности города Набережной Челны на 2024 год. Необходимо преобразовать в акционерное общество со 100% долей в основном капитале муниципального образования следующие унитарные предприятия. Парк культуры и отдыха и горкоммунхоз. Федераль узгарышлер бойынша форма узгары, лекин олар шулайок муниципалитетны кабулашак. Муниципалитет в этих акционерных обществах останется 100% учредителем. Ни о какой приватизации и передаче предприятий в чье-то управление речи не идет. Эти предприятия сегодня глубоко дотационные. Но федеральный закон гласит о том, что МУПов быть не должно. Смысл не меняется, будет не муниципальное унитарное предприятие, парк культуры и отдыха, а будет акционерное общество, открытое акционерное общество. Шулай ук ошык тыңлаулар 2024 елның 5 апрелінде 14 сағатта Башқарма комитетінің 400-ші залында узашағы белгілі болды. Мэр Наин Мәғдиев барлық тілеушілерінің жәмәғат тыңлауларына шақырып қала. Лилия Гатина, Кирил Хабзей, яңалықлар. Шолда автомеханика техникумында капиталь ремонт үткәрілен түзішілер иденнен түшемге қадар барысында яңартышақ. Сүті үшілері инде темамланған, яңа ұқу елына білім беру учреждениесі студентларына хам ұқытушыларына қобыл итуге әзір бұлашақ деп планаштырылан. Өзгәрішілер турында толыра хабарши бі сюжетінда. Кіру түркімі яқтырту білен хам қолықның оз харакетленуші түркімлер үшін жиһазландырылашақ автомеханика техникума автогигант үшін кадрлар әзірлеу үзегі болып тұра. У нас такая стилистика будет выполнена в таком достаточно грубом а-ля заводском стиле. Будут выполнены такие разметочные колонны, оформлены в виде разметочной ленты. Зона для того, чтобы можно было раздеться, переодеться, снять обувь. Достаточно большая гардеробная зона. Бірінші қот тарихи зона. Мұнда автогигант түзіліші бірінші ек машинасын жетештіру, хам башқалар білен бейлі фотосюретлер болашақ. Икінші қотта зор ек машиналарының шын деталлері монтажлана. Кровля полностью везде протекала. Инженерные сети были очень изношены. Мұнан тұш техникумға заманша жиһазлар кетірілешек ескілері енді сүтілген. Ике қотта жиді стохана орнашашақ, шулайық бинада толысынша яңартылырға тиеш. Ол бик тозған. Келесі елда оңа 50 ел тула. Состояние было плачевное, и занятия шли только в одном крыле, вот в этом четырехэтажном здании. Другие здания, помещения не эксплуатировались из-за ветхости.
Хазіргі вақытта түбе әшіләрі тәмамланған, индивидуал жылылық пункты олыштырылған, терезелер, иден қотламы, хам башқа көп нәрселер яңартылған. Техникум қызметкерлері шулай оқ тулай тұрақны ремонтлауны сұрый. Оның көеті 640 кішіге есепленген, әборлығы 190 студент қына еші. Тулай тұрақның йортысы йобық. Следующим этапом, наверняка следующего года, будет вопрос по капитальному ремонту общежития. Сумма не маленькая, но мы видим, что общежитие находится рядом с учебным корпусом. Мэр сөзлерінше, ол 2025 елда Татарстан Республикасы рейсі ярдамы білен тулай тұрақны түзіклендіру мәселесі де хал етілер деп үмітлене. Лилия Гатина, Эльмира Гайнадинова, Сергей Вильданов, яңалықлар. Татарстан рейсі Рустем Миңнаханов бұйыл Сабан той бейремін ұздыру тұрындағы указыны имзаладым. Қазанда милли бейрем 23 июнде ұзашақ, шолда Сабан той 15 июнге белгіленген. Татар халқының милли бейремі ауылларда хәм район үзәкләрінде 8-9 июнде өткәріләшек. Шолыда март бұд тілесен инди ойя кейімі сыйфатын жидді текшіру вақыты оңайлы, ә ең мұхимы қиметлі болмаған ойя кейімін өзекрет сәуді өзегінде әлікігі балыр дүниесі бинасында орнашқан Беларусия ойя кейімлері күргізмесінде табарға мүмкін. Яс жету білен орамда иртен хам кишен бұзлауық білен күрешірге тұру келем, демек, шанышлы хам нықлы ойя кейімі керек. Подошва антигололед выполнена из каучука на литиевой основе с тройной степенью сцепления со скользкими поверхностями. Анатомический след и удобная посадка позволяют снизить нагрузку на суставы. А возможность регулировки в области голенища делает эту модель еще более универсальной для всех типов ног. Флисовый утепленный подклад помогает сохранить тепло внутри в весенний сезон, пока еще не распогодилось. Беларусия ойя киімлері көргәзмәсінде ир-атлар һәм хатын-кызлар өчен барлык төсләр тәкъдим ителә. Бердә зур үлчәмле ойя киімләре дә бар. Подошва отличается особой прочностью и практичностью, имеет анатомическую форму, что оказывает благотворное влияние на опорно-двигательный аппарат, имеет широкий след и крупный протектор, что обеспечивает хорошую устойчивость. Беларусия ойя киімләре күргәзмәсен Муса Җәлил проспекты 55 Б үзәк рәт сәүдә үзәге элеккеге балалар дөньясы адресы буенча табарга мөмкин. Бұл сізге жеткіресі соңғы мәлімет бізді. Мен Лилия Гатина, сіздің білен сау болашам, мой сен, мен болағыз.